Мельница купца Маркова в Димитровграде считается одним из первых мукомольных комбинатов в регионе. Комплекс, где сейчас располагается предприятие, начал работу еще в начале 20 века. Сегодня на мельнице производят муку разных сортов, отруби, а также оказывают услуги по хранению зерна. Объем переработки 120 тонн в сутки. Параллельно идет большая поэтапная модернизация производства. А на сегодняшний день тоже идет модернизация предприятия. Мы устанавливаем дополнительный бункер, чтобы увеличить производительность мельницы. Транспортер дополнительно устанавливаем, политукладчик будем дополнительно устанавливать тоже. Это все влияет на производительность мельницы. А по нацпроекту «Производительность труда» на складе готовой продукции установят автоматический мешкоукладчик. Свою продукцию димитровградцы реализуют в магазинах Ульяновской области, Самары, Волгограда, Перми и Москвы. Также муку поставляют на Ульяновский хлебозавод. Сырье у нас свое имеется, так как у нас тоже имеются поля. Вот. И проводим закупку сырья в нашей области, в других регионах. Кроме российских регионов, муку местного производства экспортируют в Армению и Казахстан. Только в конце ноября в Армению было отгружено больше 20 тонн продукта. Мука проверена в аккредитованных лабораториях и полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности. В целом, показатели экспорта продукции ульяновского агропрома выросли. За 10 месяцев этого года, по данным Министерства АПК и развития сельских территорий, годовой план перевыполнен на 13%. Основным экспортным товаром остаются зерновые культуры. На них приходится 68% от всего объема поставок. Всего же в регионе работают 12 мукомольных предприятий. С января по октябрь этого года произведено почти 70 тысяч тонн муки. Анна Тищенко, Управда ТВ.